Отделение Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» появится во всех российских регионах в соответствии с указом президента. Фонд будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи защитникам и их семьям, а также содействовать в трудоустройстве. Правительством подготовлено решение об утверждении устава фонда, и необходимо в ближайшее время при участии министерств и ведомств завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования фонду. Также упорядочить процедуры приобретения для его нужд лекарственных препаратов, медицинских изделий и другой востребованной продукции. И установить централизованный информационный учет сведений обо всех гражданах, кому будет оказываться такая поддержка. Важно организовать эту работу эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать нашим защитникам и их близким, без бюрократизма и проволочек, как подчеркивал президент.